Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как перестать срываться на ребенка? Так делала моя мать. У нас теперь очень плохие взаимоотношения. Не хочу повторять ее модель поведения. Крики, рукоприкладство. Что мне делать? Помогите. Я уже себя ненавижу за все мои срывы. И здесь еще вы написали некоторые такие вот цифры. Непонятно, непонятно, что это, что это, да, 00-20-24. Вот, смотрите, если отвечать вам вот прям-таки максимально коротко, да, что вам, вот, ну, что вам нужно делать, то я бы вам сказал, что вам надо бы перестать терпеть. Вот. Перестать терпеть, перестать требовать чего-то. Вот. Ну, как бы в первую очередь от себя, я имею в виду, требовать. Перестать, ну, грубо говоря, себя мучить, вот, понимаете, да, какая история, вот, а вы себя именно что мучаете, вот, то есть вы себя, вы от себя требуете достаточно многого, как мне кажется. Вы предъявляете к себе, что называется, претензии. Вот. И этих претензий у вас к себе довольно много. Вот. Почему? Потому что мама, собственно говоря, ваша, так же как и вы, предъявляла к себе много претензий. Ну, вот. А скорее всего ее мама, то есть бабушка, ваша бабушка, также предъявляла претензии к себе. Но если у вашей бабушки были реальные основания для того, чтобы предъявлять к себе претензии, потому что, ну, бабушка, она жила в такое вот, я бы сказал, достаточно непростое, тяжелое время, да? Это была, скорее всего, вот, ну, война, да, там, послевоенное время какое-то, ну, вот, то вашей маме уже так не надо было делать, вашей маме уже не нужно было, ну, как бы, действовать в, ну, вот в таком ключе, вот, а она действовала, вот, потому что так заставляла её ваша бабушка, вот, а мама этому подчинялась, вот. И вы делаете по большому счету вы делаете в общем и целом то же самое. Вот. А вы делаете то же самое. Вот. Вы так же, как и ваша бабушка, в общем и целом, требуете от себя чего-то невозможного.
Вот, и запрещать себе быть той, кто вы есть, так же как бабушка запрещала себе быть той, кто она есть, потому что было такое время, вот, ну, достаточно суровое, вот. Маме запрещалось быть той, кто она есть, потому что бабушка сказала, что это единственный способ выжить, и может быть так оно и было для нее, но не для вашей мамы. И уже тем более не для вас. Вот. То есть история здесь вот, то, ну, в какой-то степени, история здесь достаточно драматична, вот, я бы сказал, да? Вот, история ну, довольно драматична, вот. Поэтому вам нужно разрешить себе быть собой. Вот. Но в чем сложность заключается, да? Что вы не умеете. Вы не умеете быть собой. Скорее всего. Вот вы не знаете, как это. Как это вообще вот быть собой. Как это вообще вот от себя, да, там, чего-то, например, ну, грубо говоря, не требует. Вот. Понимаете, да? Вот. И, соответственно, нужно как раз таки вот поисследовать то, что вы хотите сами. Вот, то, что вам нравится, ну, как бы, значит, самой, то, что вам самой нравится, вот, и, соответственно, научиться принимать себя, научиться уважать себя, вот. А не относиться к себе как к расходному материалу, который вы себя, которым вы сейчас вот себя видите, которым вы сейчас себя скорее всего воспринимаете, ну потому что вот, извините, как бы вы так привыкли, потому что вот, кучу времени, точнее, вы так вот, быть может, жили. Ну, вот. И, соответственно, это стало уже вашей, ну, привычкой, грубо говоря. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, это, в общем и целом, это понятно, с одной стороны. С другой стороны, как бы, драматичности, как бы, это не убавляет, вот, и не снимает, к сожалению, вот. Поэтому, да, нужно, как бы, менять к себе отношения, вот. Нужно менять вот свое, ну, как бы, ну, восприятие. Восприятие вот в том числе себя. Вот такой момент я бы вам озвучил бы сейчас. Такая вот история на данный момент. Соответственно, лучший способ
на самом деле не повторять, значит, поведение, модель поведения вашей мамы, самый лучший способ. Это именно пойти на психотерапию. Пойти на психотерапию, заняться психотерапией. И все конкретно, подробно проработать. На этом все. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.